сейчас отвлекается от позиции противника, чтобы отвлечь на себя и была возможность забрать раненого. Получается на крайней точке позиции наших. Да, вы, в общем-то, на передовой сейчас, ну, как вы вот приехали. Я сейчас на передовой, ну, все мы сейчас на передовой. У нас с той стороны Донецк, и оборона, по сути, на 180 градусов. Живем по подвалам, по сути, так сказать. Живем в подвале, кушаем то, что дают волонтеры, стреляем то, что дает государство. Но опять же, я же не захотел сидеть. Давайте зайдем. Пелевина, Чапаевы пустоты. Я читала. Как впечатление? Ну как, ну я половинку прочитал, ну так. В грубой форме, если сказать, то вынос мозга. Блин, сяду в свободное время в подвале. Свет настрою себе, чтобы буквы нормально видно, прочту. Держу свет. Во время, когда нет огня, когда стоит тишина, вот был период до вашего приезда. Светило солнце, была тишина, птички пели. Ну, это просто была идеальная обстановка для того, чтобы, ну, периодически смотреть. Враг подползает, не подползает. Ну, была идеальная обстановка, чтобы так отвлечься. Любимый человек есть? Да. Как она относится? Она относится крайне положительно, вот, нет, в бронежилете. Ну, ее письмо, ну, текст явно, ну, она писала с любовью, но надряпанный ее, видно, с книги, которая у нас лежит дома, ее фотография. А можете прочитать то, что она написала? Текст. «Юный хлопчина, серце горяче, не збіг більше просто мовчати. Коли всі навколо пробували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу вітейщини народжених, за вільний і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки. Чуєш, любий, як серце кричить? Я стою на колінах, благаю, повертайся живим, вертайся, коханий. Постскриптум, я кохаю тебе».